149. Во дворе дома бесконечная свалка около трансформаторной будки. Только машина вывезет, опять мусор. Здесь вообще двора просто нету. В 9-этажном 6-подъездном доме. И вот эта вся грязь разлетается по всему двору. Садпаева 33, детская площадка. Посмотрите, что наделали. Поразрыли ямы, повкапывали штыри, дети играются. Примите меры. Делали площадку Калинка 7. Вот как можно мусорку сделать так, что нельзя подойти? Гагарина 85. Начиналась тропинка с вот этого места. Она была узкая, 80 сантиметров. Теперь ее расширяют на 40 сантиметров, но по длине ее сокращают. Отсюда мы должны по грязи пройти. Вот она оттуда начнется. И здесь тропинка идет в школу 17-ю. Второй Павлодар, Геринга Сулейменова. У нас 2 недели как сделали дорогу. Вот с одной стороны у нас есть знак. Нет ни зебры, ни со второй стороны знака. Дети у нас ходят, привыкли, что это пешеходный переход. Помогите, пожалуйста, пусть доделают все, что хотя бы знак поставят. Уже не до зебры, с другой стороны. Бестужева 14. У нас торца нет бордюринки. И выставляются вот так машины под самый балкон, под окно. И вдоль подъездов. С 1 сентября начнется. Вот здесь по улице прям идут дети в школу. Помогите, пожалуйста. Вот такую лужу постоянно после дождя Естая 142. И буквально новый асфальт. И они не выдержали ничего. И вот эта низина так и есть возле 12-го подъезда Естая 142. Кто за этим следит? Пусть разберутся. Вот Лермонтова 120. Поставили ограждение, вот, сказали, проваливается асфальт, ездить нельзя, отключили горячую воду. В итоге горячей воды нету ни больше недели. Мало того, что все лето сидели без горячей воды, сейчас вот опять та же история. Прошу принять меры. Хотим узнать, что тут будет строиться во дворе Крупской. 69-67, 1 мая, 11-13. До нас сведения никакие не доходили. Хотим узнать, что будет строиться.